Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 95-летием жителя Люберец Михаила Акимовича Расторгуева. Приглашение он получил во время торжественного мероприятия в преддверии Дня защитника Отечества. Праздничное чаепитие состоялось у юбиляра дома в окружении его дружной семьи, детей, племянников, внуков и правнуков. Мы сейчас были в маньяках и разговаривали с врачами. Я рассказывал про вас. 23 февраля он нам всем еще и песню спел. Ну, пишу картины, меня все это вдохновляет. Это мое хобби. Михаил Акимович родился в Курской области. В 1943 году попал на фронт, участвовал в Курской битве, дошел до Польши, там получил серьезное ранение. День Победы встретил в Прибалтике. Награжден орденом Красной Звезды и Отечественной войны первой степени, а также медалью за победу над Германией. В начале 50-х Михаил Расторгуев переехал в Люберцы, работал в Тресте Мосгазпроводстрой мотористом. На пенсии увлекся живописью. На юбилей ветерану губернатор вручил именной торт и мольберт. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.